Привет всем! В этом видео расскажу о том, как у меня прошел июнь. В принципе, еще 25 число, но никаких сделок я больше совершать не буду, никаких пополнений у меня больше в июне не ожидается. Поэтому коротко расскажу, какой был план на июнь, расскажу, чего удалось из этого плана реализовать, и, естественно, расскажу о купонах, которые пришли в июне. Дивидендов в июне у меня не было. Это видео будет очень емким, поэтому желаю приятного просмотра. Мы начинаем. Какой был план? План вы видите сейчас у себя на экране. Это купить акции Совкомбанка на 12 тысяч рублей. Это купить акции Новатека на 8 тысяч рублей. И также 4 облигации. 10, 10, 5, 5 соответственно. Примерно общая сумма инвестиций в июне составляет 50 тысяч рублей. Причем примерно, потому что активов куплено чуть-чуть больше, чем планировалось, для того, чтобы округлить закупку. Совкомбанк, тут все идеально. Прошла покупка на 700 акций. 5 июля дефосечка. Последний день, когда можно купить данные акции, для того, чтобы попасть в реестр по дивидендам. Новатек также куплено 8 акций, потрачено чуть больше 8 тысяч. Еврохоу, 10 облигаций я приобрел. Россети то же самое. Но что касается УФЗ, особенно длинная, 238 у нас порядка 500 рублей стоит, то тоже чуть поднабавил и купил 10 штук. Ну и Роснефть получилось купить дешевле, так как там купон фиксированный. А сейчас по нему доходность к номиналу инвесторов не устраивает. Тоже купил 5 штук, 5 облигаций. В целом план на июнь был выполнен. Давайте дальше посмотрим, какие у нас были выплаты по купонам в этом месяце. Выплат, конечно, много, но ощутимые суммы – это только две. По как раз-таки длинной ОФЗшке и еще по одному карпу. Не подумайте, данные выплаты я никак не использовал для реализации своего плана на июнь. Эти выплаты были потрачены на как раз-таки закупку 11 облигаций поштучно, за счет которых и приходят вот такие маленькие низкие купоны, чтобы потом было просто легче покупать необходимый объем того или иного актива, который уже есть в портфеле. Вот такое короткое видео у меня сегодня получилось. Это был мой план на июнь. Собственно, а какой был план у вас? Поделитесь об этом в комментариях. Подписывайтесь на канал. Всем хороших инвестиций. Всем до новых встреч. Пока-пока.